Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если не хочешь ходить в школу! Димон, братишка, чего ты хотел? Я вот приехал, ё-ма. Ну что, Андрюха, погоди, у меня есть потрясающая новость. Надо дождаться Бабяна. Вы просто закачайтесь, я такую штуку нашел, это просто капец. Ого себе, о, смотри, едет. Бабян, походу, да? А, вот и Бобис явился, не запылился. Салама алейкум! Алексан, братва, как дела? Здорово, Бабян, все нормально, сам как? Да все с кайфом, че звал? Ну, слушайте, парни, короче, есть у меня одна новость для вас. Вы же любите всякие трамплины, горки и так далее? Ну, естественно. Ну, в общем, я нашел невероятно потрясающий полигон с прыжками, мужики. Можно устроить челлендж, кто дальше прыгнет. Как смотрите на это? Супер идея, братан, давай показывай, куда ехать. Ты как, Бабян, с нами? Да, в натуре кайф. Ну что, парни, давайте тогда за мной, не отставайте! Окей! Давай, Бабян! Сейчас я покажу вам, парни! Давай-давай, чё встали? Поехали-поехали! Поехали! Едем! Мужики, поехали-поехали! Едем-едем! Бабян, едь давай! Что вы там, думали, я вас не буду ждать? Нет, поехали, парни, со мной! Let's go! Погнали! Газу! Устроим максимальную суету! Да! Ой. Ну вот, парни, как и обещал вам, потрясающая горка, на которой сегодня мы сделаем челлендж, кто дальше прыгнет! Подъедьте, только не заезжайте! Смотрите, ну-ка, мужики! Ну-ка. Там целый вот такой трамплин и мишень, парни. Сегодня мы попробуем с вами полетать, кто попадет в яблочко и кто дальше пролетит на рандомных тачках. Ну что, поехали! Гоу-гоу! Давай-давай! Ну, давай попробуем! Мужчины! Света! Поехали! Давайте, прямиком, мужики, летим прямо в яблочко. Бабян, не отставай, братушка! Не отстаю, сколько вы едете? Я еду 180-190, друзья, не гоняйте, пацаны! Ну что, прямо в яблочко! Я лечу! Блин, я тут близкий! О, я не долетел! Вот это да! И я не долетел! А где Бабян? А ты, Бабян? Я тоже не долетел. Ах, все приехали, друзья, и никто не попал в яблочко. Но такое, ребят, бывает, ничего страшного. Ну что ж, ребятки, всем здорова, с вами по-прежнему Оверфони и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием BMNG Drive. Всем хайо, май браза. Здорово, чуваки. Ну что ж, ребят, мы продолжаем угорать в онлайне в BMNG MP, и сегодня у нас будет челлендж, кто дальше прыгнет, друзья. Но помимо дальности и все такое, у нас еще важна точность прыжка. Сегодня мы будем летать прямиком в мишень, ребят. И как я уже сказал ранее, на рандомных тачках мы будем использовать мод, который добавляет рандомные машинки, абсолютно случайные. И сегодня, я думаю, мы поиграем на славу. Так что, ребят, смело ставьте лайкусики, если не успели поставить за 3 секунды. Вторая попытка, заранее огромное спасибо. Ну а мы с пацанами занимаем позицию старта. Начинать мы будем прямиком этого спуска. Ну и давайте, парни, получим свои первые рандомные тачки. Вы готовы? Да! Да, подъезжаем! Выравниваемся. Давайте все вот по этой линии. Вот как раз такая линия начала. Ну и на раз, два, три давайте сделаем себе первые случайные машины, друзья, на которых будем летать сегодня в первом раунде. Ну что, 3, 2, 1! Вот это повезло, мужики. Ну чё, поехал, Димон, давай. Вот это я понимаю, блин, парни. Вот это, друзья, рандомно. Вы сами понимаете, ребят, на таком я никуда не уеду, поэтому, парни, дадите мне шанс еще раз. Нет. Ну давай попробуем. Ну что, друзья, блин, меня игрушка потроллила немножко, поэтому давайте я еще раз себе рандомно заспавню машину. Вот она, это Ford Mustang, парни, нифига себе, вот это четко. Ну что, ребят, вот такие машинки мы получили, давайте сохраним позицию. Бабянчик, ну-ка назад чуть-чуть, ага. А, кстати, сам друг одинаковые машины. Нет, похоже, или, а, да, просто у тебя как будто бы помощнее, Бабян, комплектация. Ага. Ну что, сохраняемся. Ну что, парни, вы все готовы? Да. Да, ну тогда 3, 2, 1, поехали! Опа, Андрюшка, где-то сзади! Блин. Нифига, ой, мужики, вау, занесло, друзья, задний привод, занесло, сейчас выровняю. Вот это Ford Mustang, ну что, Димон, давай!
я! Хорош, это Лайкусик! Ребята, это не стабилизация, это я профессионал! Едем! Андрюха, шуй пыль! Нюхай пепель! Ты что, офигел? О, прям... Не, яблочко! Парни, я перелетел! Я куда-то высоко! Смотри, ты перелетел! Я вообще, я куда-то не попал, я по воробьям, мужики! Да-да! Хорош! Я просто по воробьям, а кто где, парни, а? Я в воде! Андрюха, ты вообще вылетел? Ну вообще да, но я врезался там в самый низ. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, давайте по две попытки, друзья, на одинаковых машинах, потом поменяем. Давайте, парни, 3, 2, 1. Вперед-вперед, поехали. Все, гоним, мужики. Я, ребят, не буду с самого начала жестко разгоняться, чтобы у меня машинка не пошла боком, как в предыдущий раз. Это было очень опасно, блин. Опачки. Разгоняемся, ребят, неплохо вообще гоним, вообще шикарно. Бабян там уже почти вылетает, Андрюха. Да, 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 230, блин. Андрюха, до свидания. Да, Димон, ты шо, подожди. О-о-о, там яблочко. О, прям яблоко лечу, нет. Давай туда, Нет, блин. Бабян приехал. Я приехал, а Андрюха в самый низ, друзья, куда-то там падает. Ой-ой-ой, ты горишь, Димон. Я горю, как огонь, я, блин. Ну, короче, ребят, что-то на этих тачках нам не особо везет. Придется поменять. Ну что, мужички, может, машинки поменяем? Ну, давайте поменяем. Давайте, 3, 2, 1. Нифига себе, мужики. Мне Гаврил выпал. А Бабиану шо там? А сейчас, 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 тут это. Шо? Немножко тут портовый компьютер. Смотрите, друзья, мы с Бабяном, кстати, на таких пикапах, а Андрюха, блин, на какой-то вообще непонятной тачке, прикольная вроде как. Ну да, ну да, давайте проверим, на что они способны, мужики. Ну все готовы, парни? Ага. Ну давайте, 3, 2, 1. Ой-ой-ой, нифига себе. Бабян, пойди ко мне. До свидания, Бобис, пока. Ты что ты делаешь? Чё, я прикалываюсь, Бабян. Прикалываешься, да? Я прикалываюсь, Бобис. Ну, блин, я тебя не догоню, к сожалению. Ну, это точно. Ну что, ребята, Андрюха вырывается вперед, но тут самое главное, как мы попадем. Бабян, ты что наделал? Опачки, разлад в команде, мужики. Ну что, друзья, в яблочко! Мужики, прям яблоко! Летим. Нет! Мы почти, парни, попали друг в друга, ё-моё! Блин, ребят, ну это реально сложно, блин, но если долго мучиться, что-нибудь получится. Давайте второй заезд, парни! Ну что, мужики, вы чё, готовы? Давайте сейчас мы обязательно попадем, поехали! Ну давайте, Андрюха, отсчёт! 3, 2, 2, 1! Ну а что ты, Андрюха, троллишь, блин? Ладно, поехали! Давай! А ты чё, перекрываешь дорогу, слышишь? Опа-опа-опа, суета пошла! Ты чё делал? Закинули, нормально! ТП! Выровнялись! Это нормально! Тихо-тихо, выровнял! Я выровнял! Андрюха! Я выровнял! Я не выровнял! Андрей! Чё ты происходит? Я выровнялся! Я сейчас бочком, походу, вылечу, мужик! Андрюха с трассы в авиан улетел, я, походу, не долечу! Бабян, ты что тормозишь? Блин! Ты чё, Бабян? Я хотел специально затормозить. Куда? А никто не долетел, да, в этот раз? Я вообще слетел с трассы за кое-кого. Блин, я тоже не долетел. Ну вот так, друзья, вот такая попытка. Как говорится, блин, комом, и 10-й тоже бывает. Парни, мне кажется, самое время менять наши тачки, чё скажете? Ну я согласен, ты как, Бабян? Да, я уже меняю. Ну давайте, рандомно. Так... Ага, у Бабяна прицеп, но у меня что это такое вообще? Опять куда я поехал, блин? Ну какой-то другой, блин. Тигриный лев какой-то у тебя. Мустанг, друзья, ну какой-то другой. Так, у Бабянчика тоже, блин, мустанг. А Андрюха вообще какая-то мафия итальянская. Ой, блин. Я Дон Андрей, ребята, обращайтесь теперь ко мне только так. Нет, ты Дон Дрон. Чего сказал? Дон Дрон, ну все нормально, Дрон, Андрей Дрон и Дон Дрон. Дрон Дрон. Рон-дон-дон-дон. Ну что, Бабян, садись свою машинку. Ребята, супер тачки мы получили. У нас с Бабяном почему-то опять практически одинаковые машины. Это какая-то загадка сегодняшнего ролика. Мне кажется, ролика. У тебя сейчас на задние колеса станет машина. Ну да, ты видишь, какие у меня задние колеса. Ребята, это рандомная конфигурация. Это просто невероятно. Ну что, 3, 2, 1, поехали. Давай попробуем, ого себе. Сейчас рванул. Меня будет заносить, походу. Это дрифт-корч, что ли, или что это? Я поехал. О, мужики. Это драг-рейсинговая. А, драг-рейсинговая, меня не догнать, парни. 300 почти километров в час. 290, 300. Полетел. У меня движок по
грохнул, парни. Мужики, я перелетел круг. Вот это кончик, слушай. Ой, блин. Я перелетел круг. Тебя лечу прям. Куда? Где ты? А, вон момент сверху. Мужики, я лечу к вам. Ты еще летишь, Андрюха, только? Вот я уже падаю вниз. Неплохо было, друзья, неплохо. Слушайте, ну хорошие машинки. Есть шанс попасть, друзья. Не надо так сильно разгоняться мне просто. Ну-ка, давайте попробуем, ребят, поменьше. Я буду разгоняться. Ну чё, Бабян, давай счёты, поехали. Давайте, парень. 3, 2, 1. Погнали. Так-так, пускай пацаны едут, друзья. Я своё ещё догоню, ребят. Ну, давай, попробуй. Самое главное балансировать, друзья, и прямиком в цель лететь. Кто летит в цель, всегда её достигнет. У нас две попытки. Это последняя на этой тачке, друзья. Надо аккуратно. Аккуратно. Угу. Так, Бабян там уже вылетает практически. Андрюха едет. Уже? Я бухнул опять. Ничего страшного, двигатель сломался. Я еду. Тихо-тихо, ребята. Ну что, прямо летим. Ай, слишком. Я опять слишком сильно. Или нет? Почти. Да ладно. Ой-ой-ой. Практически. Андрюха, снизу где-то Бабян там, как обычно, сбоку. Я вообще вдалеке. Ну да. Чуть-чуть не получается, блин. Ну что, друзья, настало время поменять машины. Давайте, парни, поехали. Ну что, давай покатаюсь на нем тогда, Бабян, давай. Мужики, я весы, давайте я вас измерю. Сколько вы там весите? А, это весы, ничего себе, как заехать. Это весы, заезжайте и взвешивайтесь. Вот в центре, так, Бабян весит, нифига себе. Тонна. Тонна 340 килограммов, блин. Ого. 350, нормально. Нифига себе, тонна 350, блин. Так, Андрюх, ты заезжай теперь. Так, Бабян, дай проехать. Кстати, давай, парни. Пока мы взвешиваемся, у меня пришла мысль в голову. А что, если дело не в рандомных машинках, да и вообще не в машинах, а в нас с вами, что мы фиговые водители, парни, а? Ну, да не нормальные мы водилы, чё ты? Ты такой толстяк, ё-моё. Нифига, как в реале, Андрюха, 2 тонны. Да чё ты гонишь, я 2 тонны 150 кило. Ладно, всё, сваливай от меня, ребят, я беру машинку, и сейчас будем летать, блин. Давай. Что, готовы? Ну, уже похоже было. Ладно, парни, ну что, 3, 2, 1, поехали. О, кстати, Андрюхе дали тачку, которая у меня, похоже, была в прошлые разы. Ой. О, Бабян. Опачки, опачки, Бабян, ну ты что там, а? Рубку несет немного на Феррари. Стабилизация хромает, бабузечек, да? Да не, все с кайфом, вот, смотрите. Ты уверена в своих решениях, Бабян? Я уверена. Короче, все, друзья, вот он, вот она поездочка, прямиком, пожалуйста. Тут еще аэродинамика, друзья, влияет, помимо скорости. И... Естественно. Да блин! В яблочко, в тыблочко! Чуть-чуть! Да не, ты что, мимо вообще? Чуть-чуть не хватило, в смысле вообще, чуть-чуть вообще. Капельку, друзья, и попал бы, надо было скорость немножко подобрать. Да. Ну чё, парни, вторая попыточка? Ну точно, Андрюха, ты не хочешь выровняться, вы никуда... Эй! Не-не, пацаны, надо нормально, давайте выровняемся по колесикам, вот. Вот так вот. Аккуратненько. Андрюху тоже к нам. Ну что, 3, 2, 1, во, поехали. Да, тут самое главное, друзья, хотя на самом деле не важно, какие мы вообще там это, самое главное скорость и аэродинамика, качество полета и еще, друзья, прицел. Это самое главное. Давай, воздушный поток, лови. Отойди, Андрюха, я без твоих воздушных потоков, я сам, поехали. А что это ты не хочешь, ну ладно. А потому что их тут нет, Be My Engine Drive. Опа! Да, донесло! Ой-ой-ой-ой, поехали, ну что, в тыблочко? Ну-ка, давай. Закинули. Шо, кто где? Андрюха, закинули, и Бабян вообще в воду закинули. Я там вообще, блин. Ага, понятно. Ну чё, парни, давайте поменяем машинки наконец-таки. Ну давайте, блин, у меня все больше подозрений, что не в тачке дело, парни. Ого себе, это что такое? Да непонятно, друзья. Ладно, поехали, 3, 2, 1. Все, будем, ребят, официально четко целиться. Хотя я и так все время, ребят, целюсь, но не получается. Бабян, не юли там. Че ты юлишь передо мной, а? Че ты там? А, исполнитель, друзья, видели, как исполняют, блин? Туда-сюда, там пытаются. Ага, давайте, все в яблочко, сразу летим, мужики, в яблочко! Приехали! Опачки, летим! Блин! Ну зачем? Зачем ты меня тронул? Ой-ой-ой! Я далеко! Я тоже! Все прилетели никуда! Ну что, ребят, поменяли машинки, теперь мы с Андрюхой вообще грузовики, Бабян Ленд Крузер, ну все. Стойте. Что? Ты хочешь заехать? Давай, попробуй. Да ну, ты что, Бабян, не получится. Подождите. А, ну может получится?
А ну аккуратненько. О, блин! Давай, давайте об этом, давай, газку, блин. Сейчас, давайте, давайте, давайте. О, поехали! Все, поехали! Побят, держись, что ты подаешь? Ручник поставь на пробел. А, скатывается, блин. Ай, ну ладно. Давай еще раз. Ну все, едьте с горочки, нормально будет. Андрюх, газуй. Поехали, да газуйте, оба вперед. Газуй, газуй, газуй. Оба, 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 поехали. Оба газу. О, почти суета. Вот это по кайфу. Катапульта. Парни вдвоем вылетают. Эй, это что там такое? О, блин. Что, мужики, вдвоем? Газа. Что у вас там? Бобян слетел. Бобян слетел. Ну ничего страшного, друзья. Все, вылетаем на грузовиках, может получится. Бобис, отходи. Стабилизации нету. Стабилизации нету. Парни, я на грузовике лечу. А я прям в воду прилетел. Давай, Димон. Мужики. Мужики. Чего? Чуть-чуть перелетел яблочко! О, блин! Нифига себе! Похоже, друзья, сейчас на грузовике я и попаду. Короче, я был очень близок, парни. Ну что, давайте вы сейчас тоже попробуйте хорошо. Поехали. Да, да. Все, да, мы тоже попробовали. Ну, у вас вообще неплохо получилось, мужики, я хочу вам сказать. Вообще потрясающе. Вообще четко. Да. Ну что, поехали, друзья. Попробуем попасть. Но я был очень близок к финишу. Ну, точнее, к этим, к яблочку. Давай, давай, посмотрим сейчас. Ну шо, Бобяк, ты как там? Да, парни, я уже лечу совсем скоро. Я думаю, то, что в яблочко прям приземлюсь, смотрите. Так, я хочу прям в яблочко, друзья, прям в тыблочко, прям в тыблочко. Лечу прям, прямо, прямо. Я опять перелетел, походу. Ой, мужики, а я, походу, лечу. А, не, перелетел. Оу, блин, ну мы практически, друзья, все попали. Да. Ну да. Ну что, друзья, в последний раз меняем машинки. Будем надеяться, что у нас получится попасть на этих тачках хотя бы у кого-то. Воу, ну что, погнали? Три, два, один. Короче, друзья, это реально очень сложно попасть прям в яблочко, но мы попробуем. Тихо-тихо. Что делаешь? Тихо-тихо-тихо. Ну и что, аккуратно, Андрюха, мы что же на мустанге ехали? Ой-ой-ой, Андрюху там фигарит. Ой-ой-ой. В натуре, так, ну я вроде выровнял, нормально. Но это хорошо, брат, это хорошо. Ну что, друзья, все, летим прямиком в яблочко. Давай вот туда. У меня, кстати, V6 мотор. У меня тоже, и... О, Андрюх слева. Мужики! Опачки, мужики! Мужики! Нее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 ee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 e
Чё, парни, поехали? Все, гоу! Короче, ребят, все, разгоняюсь максимально. Получится, не получится, сейчас узнаем. Давайте, поехали! Удачи всем, мужики! О, всем Андрюха удачи, полетел. Всем удачи, Андрюха полетел. Смотри, не прилети, Андрюха, блин! Да я, походу, сейчас не долечу вообще. Аккуратно, ребятки, аккуратно! И вы видели, парни, какие жесткие у нас всегда разрушения были? Ага. Это да. Это вообще прям жестко. Мужики! Блин, вода. Чуть-чуть не хватило до яблочка. Ай. Капец, и все время в смятку, парни. Мы все время жестко разрушаемся. Вот давайте, друзья, посмотрим, что у нас с тачками. Просто лепешки. Они у нас вообще уничтожаются. Сколько мы, друзья, сегодня денег потратили, сколько мы тачек уничтожили. Это просто вообще невероятно. Ага. Это просто капец. Миллионы долларов, друзья, мы сегодня профукали. Миллиарды. Ну или секстиллионы. Опачки. Короче, ребятки, смотрите, взял я машинку сам, не рандомно, ту, на которой приехал сюда. У меня есть подозрение, что она может попасть, друзья, прямиком в яблочко. Парни, садитесь ко мне в тачку, сейчас попробуем. Я сел. И я. Ну все, смотрите, друзья, есть шанс, есть подозрение на то, что эта машина способна попасть в яблочко. Ну что, готовы, мужики? Да. Давай, давай, мы пристегнулись, а ты там давай осторожненько. Максимальный, друзья, разгон. Я что-то думаю, ребят, что она способна, потому что как-то она очень хорошо летела из-за своего этого спойлера, друзья. А ну-ка, давайте крылья, посмотрим. Крылья. А, может быть, Андрюха, это влияет. Аккуратненько. Опа. Опа. Да я ладно, ты что, прям почти в яблочко? В смысле почти? Или прям в яблочко? Яблочко! Неплохо, парни! Четко в яблочко! Но а вот она! Я вот на этой тачке, друзья, сюда приехал, и на ней еще и в яблочко попал. Ну что, парни, на шипы летим, как думаете? Ну, вроде как, да, там ты как посмотрим. Думаешь, Бабян, на шипы? Сейчас посмотрим, ну-ка. Ну-ка.
Да, прям шипы, прям-прям. Ну-ка! Ого себе, шеф, давай, мы хотим до шипы! Шипы! Между. Воу! Да нет, не между. Но самое главное, друзья, мы уже попали. Ну что ж, ребят, а на этом наш увлекательный видеоролик заканчивается. Вот такие прыжки у нас сегодня получились. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Обязательно пишите, что нам еще такого интересного позаписывать. BMG Drive, а также в других играх. И мы, конечно, все сделаем. Ну а с вами сегодня были Оверфони и Бобби, всем удачи! Ссылочки на канал Пэтска, ищите в описании, смотрите их видосики и стримы. Всем спасибо и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Да, идешь, чуваки!